Ребят, все, поехали. Значит, мы сегодня делаем похитрее награждение. Мы начнем не с... Мальчик? Нет, мы обычно с вами, да. Мы наоборот начнем с победителей вначале. С первого, потом второго, потом третьего. Почему так? Потому что победитель сможет выбирать приз. То есть в любом случае он получит диплом и медаль. А еще он сможет выбрать... какой-нибудь один приз. Договорились? Да. Посмотрим то, что выберет. Может, скажете потом сами. Так, ну и начинаем мы с младшей группы, потому что она побыстрее закончила, они отстрелялись. Ура! Быстро. Первое место там занял Медведев Мирослав. Я тебя поздравляю. Даю тебе диплом. Так, наверное, тебе вначале надо выбрать приз, а потом я тебе медаль дам. Ага. Но мы хлопаем, Мирослав. Молодец. Садись. Так, дальше. За первое место в старшей группе у нас награждается Андрей Никита. А потом тебе раз. Так, 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 тише. Только вы получили, не мешаем другим получать. Молодец еще раз. Так, дальше. Второе место. Также младший у нас занял Фалин Григорий. Так, кто получил, отойдите немножко, пожалуйста. Гриша выбирает. Гриша выбирает. Выбирает. Так. Тебе. А мы хлопаем, Гриша. Молодец. Так, второе место. Гагарина Екатерина. Так, ставьте группу, можно выбирать. О, да, понятно. Молодец. Так, третье место. Младший, да, у нас? Так, Натенко Александр? Нет. У нас младший кто? Натенко Александр, да. Так, вот так вот. Это я не знал. Молодец. И третье место Борисов Сергей. Оставляйте отзывы, пишите, постараемся все воплотить, что попросите.